18.00 в Казахстане. Вы смотрите новости на 24KZ. В студии работает Жанна Хусаинова. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Здравствуйте. Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Чехии. Приветствуя главу внешнеполитического ведомства, президент отметил многолетний и плодотворный характер сотрудничества между Казахстаном и Чехией и выразил уверенность, что сегодняшний визит укрепит партнерство между странами. Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев и Ян Липавский обменялись мнениями по актуальным вопросам региональности и международной повестки. В завершении беседы глава государства передал наилучшие пожелания президенту Чехии. Самый протяженный мост в стране построили через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Мост длиной 1300 метров соединяет 6 районов – Курчумский, Улькен-Нарын, Маркокольский, Катон-Карагайский, Тарбагатинский и Зайсанский. К переправе подвели 18 километров новых дорог. Его пропускная способность – 80 тысяч автомобилей в сутки. А раньше местные жители через водохранилище переправлялись летом на пароме, а зимой по льду. Через территорию региона проходят важнейшие транспортные коридоры. Новый маршрут обеспечит бесперебойную связь с приграничными странами. Кроме того, ускорится движение товаров и мобильность граждан. Раскроется и туристический потенциал области. Поручение президента удалось построить достаточно быстро. Знаете, по плану был 25-й год, но компания-подрядчик постарался. Мегапроект, который дает и работу, дает инфраструктурную связанность, развитие. В селах Карагандинской области до конца года сдадут в эксплуатацию 27 медицинских объектов. Еще 65 заработают в следующем году. В районах повышают не только качество медуслуг, но и реализуют более 30 проектов в сфере строительства и реконструкции водопроводных сетей. Наш корреспондент Лиана Жамлиханова расскажет подробнее. Ремонт дорог, строительство социальных объектов, доступ к интернету – главные направления программы дорожной карты развития сельских районов. Одна из главных задач – обеспечение питьевой водой. В этом году выделено 5,6 миллиардов тенге на реализацию 31 проекта. Построят и отремонтируют в селах более 93 километров водопроводных сетей. Большая работа проводится и по улучшению связи и доступа поселков к интернету. В регионе более 200 сел подключили к интернету, рассказывает замакима Карагандинской области Бауржан Асанов. Кроме этого, в 122 населенных пунктах у нас необходимо установить интернет. Данная, значит, работа проводится в рамках национального проекта «Доступный интернет». До 2027 года, значит, будут все наши села охвачены интернетом. Что касается сферы здравоохранения, то до конца 2025 года планируется строительство 92 новых медицинских объектов. 27 будут завершены уже в этом году. Кроме того, в каждом районе работают передвижные аптечные пункты и мобильные медицинские комплексы. Многие социальные проекты реализовали по программе «Аул Ельбесега». В рамках спецпроекта «Аул Ельбесега» последние 4 года у нас большие финансовые средства выделяются, в том числе из республиканского бюджета, это на развитие транспортной инфраструктуры, ремонта дорог, также ремонта у нас социально-культурных объектов. Кроме этого, в рамках развития сельской медицины ведется у нас строительство амбулаторий, врачебной амбулатории и также фельдшерских, акушерских пунктов. По программе «Аул Ельбесега» центральное водоснабжение дождались и жители села Изенды. 25 лет у них не было воды. Теперь же населенный пункт в Нуринском районе считается одним из самых показательных. Местный житель Бейбит Шокенбаев рассказывает, что в целом здесь есть все необходимое для жизни. У нас есть интернет. Важно и то, что в этом году отремонтировали все дороги. Но и больше всего мы рады, что построили водопровод. Это была большая проблема, а теперь вода есть в каждом доме. Канат Отарбаев, глава крестьянского хозяйства Отканжар, помогает молодежи обустроиться в селе. Много лет назад он выкупил дома для молодых людей, которые приехали работать в село. Так Канат Отарбаев старается привлечь молодых специалистов.
Здесь созданы все условия. Я не могу оставаться в стороне и тоже хочу помогать. Чтобы молодежи здесь было легче работать, я бесплатно сдаю им жилье. Помогаю завести скот. Молодые специалисты всегда нужны. К тому же мы строим новый медпункт. Хоть у нас и есть амбулатория, но мы хотим расширять наши медуслуги. Поэтому кадры нужны. Всего в поселке проживают 620 человек. И если здесь в этом году отремонтировали все внутрипоселковые дороги, то во многих селах региона картина иная. 855 километров дорог в селах Карагандинской области нужно еще восстановить. В этом году ремонтом охвачено 112 километров автодорог в 29 сельских населенных пунктах. Лиана Жамлиханова, Сайрана Камбаев, Салаю Игликов, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24 КЗ. В ближайшие годы территория ЖСК «Сгана» станет больше на несколько десятков гектаров. Там строят новый жилой массив. Уже сдали в эксплуатацию около 10 многоквартирных домов. В планах построить еще 88. В новом районе возведут школы, детские сады, объекты культуры и спорта. Елизавета Шалина продолжит тему. Еще совсем недавно в этой части ЖСК «Сгана» располагалось всего несколько зданий. В 2019 году здесь приступили к строительству первых многоэтажных домов. С обретением статуса областного центра строительство в западном районе города заметно активизировалось, говорят местные жители. В нашем районе постоянно идет строительство, появляются новые дома, делают детские площадки. Город расширяется, меняется. Это радует. В 2023 году утвердили генеральный план ЖСК «Сгана». В нем обозначены этапы развития областного центра. Так, в течение 5 лет на 44 гектарах нового района появится почти 90 многоквартирных домов, объекты здравоохранения, образования и культуры, а также административные здания, рассказывает руководитель отдела градостроительства Маргулан Сейдахметов. Уже завершаются работы по проведению инженерных коммуникаций. Это теплоснабжение, водоснабжение и канализация. После чего начнется реализация строительства данных объектов. Генеральным планом также предусмотрено строительство объектов малого и среднего бизнеса. Помимо этого идет индивидуальное жилищное строительство. Земельные участки под частные дома уже получили порядка 1000 жесказганцев. Необходимая инфраструктура в районе имеется. Недавно здесь провели газопровод, и часть строений подключат к газоснабжению. Территорию под малоэтажной застройки планируют расширить. Генеральным планом также предусмотрено около 200 земельных участков. Это посредством 200 домов, которые будут реализовано в ближайшие годы. Земельный участок предоставляется на 3 года в аренду. В течение этих 3 лет граждане должны построить свои жилые дома, ввести в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию осуществляется оформление земельного участка в частную собственность. В целом площадь областного центра намерена увеличить на более чем 700 гектаров. Существующие границы постепенно будут сбегать в западном направлении в сторону села Кингер. По генплану этот процесс должны осуществить до 2038 года. Елизавета Шаль, Нурбол Зипаев, 24 КЗ, область Улутау. Проблему трехсменных и аварийных школ решают в Актюбинской области. В течение 2 лет в регионе планируют построить 39 учебных заведений. Почти половину из них возведут в рамках нацпроекта «Комфортная школа», продолжит наш корреспондент. Это учебное заведение в жилом массиве Акжар-2 возвели в рамках проекта «Комфортная школа». Строительство практически завершено, остались последние штрихи. Учиться в 2 смены здесь смогут 600 школьников. У входа в 2-этажное здание предусмотрены пандусы, а внутри лифт для детей с инвалидностью, рассказывает о деталях проекта представитель строительной компании Евгений Львов. Отделочные работы практически произвелись. Ну, процентов 90, наверное, сделано. Сейчас ведется наружное благоустройство. Тротуарная плитка, асфальтирование. Коммуникации подведены, осталось подключение. А к средней школе номер 49 возвели пристройку. Через пару недель в помещении уже будут проводить занятия. Школа была переуплотнена, а пристройка к зданию позволит решить эту проблему. Здесь созданы все условия для комфортного обучения, говорит директор школы Асылай Абжанова. Рассчитано на 250 мест, значит, 500 ученических мест здесь полностью хватает на 2 смены. Здесь предусмотрены модификационные кабинеты биологии, химии, физики, НВП, также мастерская для мальчиков и девочек. Также предусмотрены футбольное, баскетбольное поле. Всего в регионе 4 аварийные и 3 школы с трехсменным обучением. Решить проблему в области намерены в течение 2 лет, делится планами заместитель руководителя управления образования Артур Ауэзов.
В двух школах трехсменное обучение ликвидируем в этом году. Еще в одной на следующий год. То же самое и с аварийными школами. Что касается дефицита ученических мест, то таких учебных заведений в области 18. Эту проблему будем решать также за счет открытия новых объектов образования. В течение двух лет в области планируют построить 39 учреждений образования. 12 из них сдадут в эксплуатацию в этом году. Наталья Салькова, Айнадин Балдабеков, Актобе, 24 КИЗ. В Атырауской области сдали в эксплуатацию 140 километров автодороги Атырау-Астрахань. Общая протяженность автомагистрали 277 километров. Построили 6 автомобильных мостов, а также проложили 60 водопропускных труб. В строительстве применяют современные технологии. Качество проводимых работ находится под строгим контролем, говорит генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Булатбек Айтбаев. С начала работ специалисты отобрали около 2000 проб дорожного полотна. 9% на день. В ходе работ в целом до 9% некоторых материалов не соответствовали техническим требованиям, но подрядчик устранил нарушения за свой счет. И сегодня качество дороги соответствует 7 критериям. На востоке Казахстана под контролем Антикора 13 долгостроев. Общая стоимость этих проектов 172 миллиарда тенге. Большинство из них возводят уже 7-й год. Этим летом завершены только 2 из них. Самые проблемные объекты в этом списке – спортивные. Расположены они в нескольких районах – Уланском, Катон-Карагай, Улькен-Нарыни и Маркаколе. На всех комплексах задействован один подрядчик. Ему продлили сроки до конца года. Если он не выполнит обязательства возвращать бюджетные деньги, придется через суд. Сроки продлены. Есть, к сожалению, ряд невыполненных работ. Сейчас местными исполнительными органами по нашей рекомендации осуществляются какие-то, предпринимаются меры для того, чтобы завершить эти объекты. В том числе предпринимаются меры для претензионно-исковых проведения работы, чтобы взыскать это все. Представители Афганистана заинтересованы в транзите китайских товаров через территорию нашей страны, заявил сегодня вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Турибаев на открытии бизнес-форума в Алматы. Зарубежную делегацию возглавляет министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. В рамках форума открылась выставка афганских товаров, в которой принимают участие 150 компаний. А накануне гости посетили Международный центр приграничного сотрудничества в Харгосе. Отмечу, товара оборот между Казахстаном и Афганистаном превышает 316 миллионов долларов. В перспективе его возможно довести до 3 миллиардов. Но, как отметил Кайрат Турибаев, прежде необходимо решить ряд непростых вопросов. Эти сложности связаны, конечно же, с банковской системой, потому что у афганских коллег есть сложности в целом. Другой вопрос – это транзит и транспорт, загрузка, разрешительные документы, виза для наших автовладельцев. Транзитный потенциал Казахстана обсуждали в ходе двусторонней встречи вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи. Особое внимание участники уделили маршрутам поставки товаров из Китая в Афганистан и обратно транзитом через территорию Казахстана. По мнению сторон, один из ключевых вопросов, который необходимо решить, это обратная загрузка вагонов и контейнеров афганскими товарами. Это позволит удешевить логистику. С этой целью казахстанская сторона провела анализ потенциала товаров для импорта из Афганистана в Казахстан. К событиям в мире. 2464 человека погибли в результате израильских авиаударов по Ливану с начала эскалации конфликта между Израилем и группировкой Хезболла. Еще 11530 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана. Серия взрывов прогремела в 500 метрах от международного аэропорта в столице Ливана, сообщает Рейтер. Кроме того, израильская армия нанесла 3 точечных удара по филиалам финансового учреждения Аль-Кард Аль-Хасан. По данным израильских военных, организация спонсирует деятельность ливанского движения Хезболла. В том числе начисляет зарплату бойцам и помогает им закупать оружие. Кард Аль-Хасан имеет 31 филиал в Ливане, в том числе в Бейруте. Ранее Цахал уже заявляла, что планирует атаковать
атаки на офисы финансового учреждения по всей стране. Информации о пострадавших от ночных ударов нет. Турция готова принять беженцев из Ливана. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Политик отметил, что Турция уже больше 13 лет предоставляет убежище нуждающимся. Между тем, ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Нападениям подвергаются как мирные жители, так и миротворцы ООН. Израильские военные считают, что ливанское движение Хезболла использует позиции миротворческих сил в качестве прикрытия для своих атак. По данным ООН, в результате эскалации конфликта в более безопасные районы переехали 500 000 жителей Ливана. Это примерно каждый пятый ливанец. 470 тысяч из них бежали в Сирию с начала месяца. 6 сотрудников гуманитарных организаций международного объединения Oxfam погибли за неделю в секторе Газа в результате израильских авиаударов. Одна из воздушных атак пришлась по медицинскому приюту для палестинских беженцев на севере города Джабалии. Об этом заявила руководитель ближневосточного подразделения Oxfam. По ее словам, в списке погибших врачи и медсестры. Организация ограничена в доступе информации из-за усиленных боевых действий в Джабалии и других районах северной части Газы. Там уже неделю не работает телефонная связь и интернет. Кроме того, прерваны поставки продовольствия. Израиль запретил въезд нескольким международным неправительственным организациям в сектор Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей НПО из США Fajr Scientific. По данным источника, на прошлой неделе сразу 7 НПО, специализирующихся на оказании медицинской помощи, оповестили, что больше не смогут работать в Газе. Собеседник CNN выразил опасения, что это может привести к тысячам смертей среди гражданского населения. При этом их помощь крайне важна, так как медицинские работники организации имеют уникальный опыт в лечении сложных травм и ранений, полученных в ходе взрывов. Ранее Всемирная организация здравоохранения также обвинила Израиль в блокировании доступа нескольких медицинских организаций в Газу. Это первый случай, когда целым учреждением здравоохранения было отказано в доступе в анклав. Израиль, в свою очередь, все обвинения в свой адрес отвергает. Десятки грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию израильского контрольно-пропускного пункта РС. Груженные фуры с запасами медикаментов и продовольствия направляются в сектор Газа. Возобновление поставок удалось добиться усилиями американских политиков. На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен потребовали от Израиля принятия конкретных мер для решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. В противном случае Соединенные Штаты пригрозили ограничить военную помощь для страны. Испанская береговая охрана спасла 230 мигрантов у Канарских островов. Среди них трое детей и 14 женщин. Нелегалы направлялись в Европу на лодке. В основном это выходцы из Западной Сахары. Их дрейфующее судно обнаружили испанские спасатели. Позже нелегалов высадили в ближайшем порту. Отмечу, в страну продолжают прибывать нелегальные мигранты. Пытаясь попасть в Европу, люди выбирают опасные маршруты и подвергают себя смертельному риску. По данным МВД Испании, с начала года на Канарские острова из стран Западной Африки на лодках добрались около 33 тысяч мигрантов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сложные и высокотехнологичные операции провели в Кокшетау казахстанские хирурги и пациентам с онкозаболеваниями. На мастер-классах они поделились опытом с местными специалистами и продемонстрировали современные методы лечения. Подробности у нашего корреспондента в регионе Аслана Абуталипова. Именитые казахстанские врачи прибыли в Кокшетау, чтобы поделиться секретами успешного лечения пациентов с онкологией. А в рамках медицинского мастер-класса онкоуролог высшей категории Хусан Умурзаков провел сложнейшую операцию, причем по специальной методике. Пациенту хотим сохранить почку с большим образованием левой почки и это все провести малоинвазивным методом. Часто эти операции проводили открытым способом. Плюс малоинвазивных операций это лапароскопические, в том, что это быстрое восстановление, косметический эффект. Больной уже в тот же день, на следующий день встает, ходит, питается.
как будто операции не было. Подобный мастер-класс проходит Кокшетау не в первый раз. Например, в мае ведущие хирурги страны вместе с акмолинскими врачами провели высокотехнологичную операцию горожанину Кайржану Тажибаеву. Пациент остался доволен не только качеством лечения, но и тем, что ему не пришлось никуда выезжать из родного города ради операции на таком профессиональном уровне. Сейчас вроде все нормализовалось. 16 мая мне сделали операцию врачи из Астаны вместе с местными специалистами. Все прошло хорошо. Сейчас продолжаю курс восстановительного лечения. Наблюдаюсь у наших врачей. Особое внимание в области уделяют скринингу и выявлению рака на ранней стадии. Ведь именно на этом этапе у пациентов больше всего шансов победить опасную болезнь. По мнению ведущего онколога страны Абая Макишева, важно обучить врачей диагностировать злокачественную опухоль на первичном этапе. Все пациенты в первую очередь обращаются в поликлинику, и чтобы они своевременно поставили диагноз и направили онколог в диспансер, это для этого постоянно приходится повышать их уровень подготовки для диагностики онкологических заболеваний. Поэтому сегодня опять у нас в плане собрать это врачей-терапевтов, онкологов с поликлиник и им объяснять диагностику первичного проявления онкологических заболеваний. Только с начала года в регионе выявили свыше 1200 случаев онкозаболеваний. Большинство из них диагностировали болезнь на ранней стадии. Как заверяют врачи, для лечения предусмотрены все условия. В каждой поликлинике существует принцип зеленого коридора. При подозрении на онкологию пациент в кратчайшие сроки проходит необходимые обследования и начинает получать лечение. У нас сейчас создан ситуационный центр, который отслеживает маршрут каждого пациента. То есть на всех стадиях, с момента обращения его в смотровой кабинет, если в смотровом кабинете на уровне ПМСП выявляется какая-то онкологическая патология, он поступает, мы отслеживаем, в течение какого времени он поступает на прием к врачу, участковому, какие виды обследования проводит, когда он доходит до своего городского или районного онколога и когда уже приходит к нам. Вместе с тем, при медицинских организациях действует 7 мобильных бригад для оказания услуг онкобольным на дому. В целом в регионе зарегистрированы свыше 10 тысяч онкобольных. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, 24KZ. Как журналисту вести себя в зоне военного конфликта? Интенсивный курс по экстремальной журналистике прошел в Алматинской области. 3 дня корреспонденты и операторы ведущих телеканалов, информагентств и периодических изданий изучали психологию террористов и осваивали медицинские навыки. Все полученные знания представители медиасферы закрепили на практике. Алишер Ашимов продолжит тему. Желая скрыть свои преступления, террористы атаковали группу журналистов, освещавших события в зоне военного конфликта. По такому сценарию развернулись учения. Светонепроницаемые мешки отрезали окуупера и микрофона от мира, превратив в беззащитных марионеток. Под градом пули ударов прикладов их погнали во вражеское логово – город кочевников. Здесь группа подверглась пыткам и допросу. У журналистов выбивали информацию о их работе и связях, а те, в свою очередь, пытались сохранить в тайне свои источники и миссию. Войну надо расстрелять. Журналист. На какую редакцию работаешь? Журналист. Терпеть такие пытки заложникам пришлось недолго. Спецназ, обладая точной информацией о их местонахождении, провел тщательно спланированную операцию. Бойцы застали террористов врасплох и спасли журналистов. Учения коллегам понравились. Такие мероприятия нужны для нашей подготовки. Эмоцию передать сложно. Страшно было, но не так сильно. Конечно, мальчикам, мужчинам сильно попалось, чем девушкам. В таких ситуациях, конечно, это очень сложно, когда на голову одевать мешок, как будто начинается паническая атака. Опытные инструкторы провели лекции по тактической медицине и психологии терроризма. Полученные навыки слушатели закрепили на практике. Организаторы выстраивали различные ситуации, а журналисты должны были их решить. При этом не подвергнуть опасности себя и коллег. Вы, в общем, справились с задачей. Вот, и самое главное, мы хотели вам показать, как это физически и психологически тяжело находиться в такой зоне. Как вы сами видите, передвигаться по такой местности, бронежилете с камерой, успевать снимать и думать о своей безопасности, это нелегко. В таких ситуациях журналисты должны обладать спокойствием и сохранять бдительность. Наше дело не воевать, а оперативно и достоверно
освещать информацию. Опыт работы журналистов в горячих точках говорит о том, что такой вид обучения продолжает оставаться актуальным. Почти за 10 лет военный дискурс прошли больше 220 специалистов медиасферы. Алишер Ашимов, Нургалим Амурбаев, 24KZ. Это были все новости к данному часу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания.